Слушай, Витя, вот сейчас очень модная тема, вот защищать всяких там бездомных животных, там что-то кошек, собак, каких-то шелудивых. Ты держишь дома кошек или собак? Нет, у меня было, ну, это кот, Антон, ну, извини, это как, упаси Господь. Вот, ёпта, пошли они все нахуй, ёпта. Нет, кота можно, ёпта, держать дома, ёпта, кота, Он ёпта, ну, позасыпался любить и нахуй. все. Он все А так, а позасыпался. так пошли нахуй, ёпта, весь семейный альбом, ёпта. Поизасыт все, блин. Поиздерет, поизасыт, блядь. Мы работали там у одной тетки, а он поизасал так, у нее стенка разваливалась, короче. Нихуя. Мы боковины, ну, сами делали. Котик, ставили. он любимый, вот кот. Кот, вот, и Да, если он дома и сука все ты, это. пиздец. Ведь вот если бы ты ссал в шкаф, блядь, через сколько он развалился? Через неделю, ёпты. Я знаю одного типа, у него пальма росла. Он, чтобы не ходить в туалет, в пальму ссал. Она у него засохла к весне, короче. Вот если бы ты ссал в пальму, сколько бы она простояла? Смотря что употреблять. Ну да. День. День? Ты бы, блядь, сразу бы засал всю пальму, блядь. Все, уже я обосрал бы ее. И срал бы туда. Утонул. А кот бы засыпал бы там, Антон. И нахуй уже посылал бы ее. Там мамка порала, ты на кота сваливал бы, блядь. Она бы там, кот срет, как человек. Народники. Не, ну а что так на самом деле? На самом деле вот это была история, что в пальму ссал он. Но это было в деревне, мне охота было ходить в туалет на улице, он в пальму встал. Ну я слышал, и мне Рэмбо рассказывал, блядь, правда, нет, ну, да, по басоте.